22 марта сегодня у нас. Погодка вообще супер. В майке можно ходить. Лошади ходят. Иван Иванович здесь ходит. Тебе куртку собаки погрызли, да? Где-то пьяный лежал около забора. Жеребенка выпустили. Вот ему 20 марта было месяц. Месяц сейчас и два дня. На солнышке пускай погуляют. Вот мы сделали такую кормушку для лошадей. Они вот так головы высовывают, едят. А то было так, что все сено они туда под ноги закидывали. А сейчас вот так головы просовывают. И все. Экономия сена. Просто так его не стаптывают. Греются, все стоят на солнышке. Солнце — это для лошадей, для животных витамин D. Вот они все стоят, греются. Что, барыня, хорошо. Так что вот у нас было вот без этих досок, которые вертикально. И они вот сюда же ребята вообще вылазили. Сено не так брали, кони и так голову в сторону раз, и что под ноги. А сейчас все стоят, голову сунят, поезд сколько надо, отойдет. А так половина сена переводилась туда, под ноги все. Сейчас никаких проблем. Ладно, вот там одну уже оторвали доску, где-то я видел. Возьми гвозда да прибей, а? Сломали. Кого? Ну. Угу. Лазили она сюда, ну да? Ну не знаю, сюда ему. Да, ребята. Прибей. Ребенка еще заснимем сейчас. С этой стороны. Вот какой красавец. Кобылка. Виагра. Имя у нее Виагра. Потому что мама у нее вишня. Жеребец Гром. Получилось Виагра. Ну как-то так. Будем сейчас тут убираться, подгребать. Все просыхает. Сена у нас хватает до травы, до пастбища.